Прошу, госпожа. София Султан по воле повелителя возвращается в старый дворец и будет жить одна. Как же это одна? Это огромный дворец. Там есть и стражи, и слуг полно. О, живи себе припеваючи. Даже сказать нечего. София Султан своего добилась и разыграла свою партию. О чем вы, госпожа? Сначала похищение, потом помощь повелителю в моих поисках. Ведь это игра без проигрыша. А вы уверены, госпожа? Я слышала разговор моих похитителей. Они о нас ухипаше говорили. Сначала я не поверила, думала, не поняла. Но когда узнала, что София Султан помогла найти меня, сомнения улетучились. Госпожа, почему тогда повелитель отпустил София Султан? И почему Пашу не наказал? Я ему ничего не сказала. Ибо для нас ухипаше у меня заготовлен особый план. И для Софии Султан тоже. Они упадут в яму, в которую толкали меня. Искендер, зачем ты встал? Тебе нужно больше отдыхать. Не удержался, госпожа. Все в порядке. Ну, как знаешь. Спасибо. Ты снова меня спас. Пока вы были в опасности, я так волновался. Мое сердце принадлежит вам. Искендер, я помню, что ты для меня сделал. Я тебе благодарна. Но постарайся быть сдержаннее при встречах со мной. Иначе тебе откроются те мои качества, которые лучше не обнаруживать. Я... Простите, госпожа. Это вырвалось случайно. Сын Султан. Насух Паша. Как бежит время, госпожа. Помню, как привез вас из Кефалонии, совсем еще девочкой. И сто раз пожалел об этом, я думаю. Все изменилось. Правление Софии Султан, которой ты до сих пор верен и ради которой ты плетешь грязные интриги, закончилось. Но вы не сдаетесь. София Султан и ты затеяли новую игру. О чем вы говорите, госпожа? Я ничего не понимаю. Это ты меня похитил. Когда-то я почитал София Султан и не скрывал этого. Но дороги наши. Отныне пошли врозь. И теперь, поверьте... Уже никто не сможет доказать обратное. А что доказывать? И что скрывать? Я могу хоть сейчас пойти к повелителю и посмотрим, как ты будешь вертеться. Не ходите к нему, госпожа. Мы... Этот вопрос с вами можем решить без лишних ссор, тихо и мирно. Давайте договоримся. Ну, если ты будешь верен, это возможно. Верность докажешь делом. А словам твоим я не поверю. Хорошо. Чего вы от меня хотите, госпожа? София Султан широко раскинула свою паутину.
Ты сдашь мне всех ее людей. А также место, где у нее тайник. Короче говоря, Насух Паша, ты откроешь мне источники силы своей покровительницы, а я их уничтожу. Химашах Султан, поздравляю. София Султан наконец-то выпустили из девичьей башни. Спасибо. Повелитель в долгу не остался. Он оценил все старания моей матушки. Я как раз еду навестить ее в старый дворец. София Султан заслуживает похвалы, Бельблега. Прекрасно задумана игра. Надеюсь, она довольна результатами. Не стоит хитрить, Кесам. Что это еще за странные намеки? Советую тебе говорить прямо. Скоро вы все узнаете, госпожа. Я очень сожалею, госпожа. Я думал, вы захотите сделать маленькую передышку после всего, что с вами случилось. На передышке нет времени, Паша. Змея снова ощутила свободу. София Султан отпустили. Пока она не набрала силу, ее надо убрать. Что это такое? Это имена, которые мы так давно надеялись получить. Верные София Султан люди. Паши, стражи, беи, песцы, кадии и торговцы, конечно. Здесь все их имена. Кроме того, оказывается, у Софии Султан есть еще один тайник. Но как вы об этом узнали? Когда успели? Вы же только что вернулись. Они упадут в яму, которую выкопали мне, Паша. А вот имени Насуха Паши что-то не видно. У Софии Султан нет человека преданнее его. Все изменилось. Не стоит его трогать. Против нас он пока не пойдет. Ну что ж, вы потрудились на славу. Вот только будьте осторожны. Не учитесь у своего злейшего врага, чтобы в дальнейшем не стать такой же. Госпожа. Я поговорила с Хасаном Пашой. Хюмашах Султан скоро уедет в Египет. Что-то не верится. Хюмашах Султан крепкий орешек. Она не уедет. Хасан Паша ее заставит, Кесем. Он в себе уверен. И вряд ли играет без козырей в рукавах. Что это может быть? У Хюмашах Султан хоть и ангельское личико, но за душой есть грешки. Нам просто нужно узнать о них. Если госпоже есть что скрывать, а Хасан Паша все знает, зачем нам с вами вмешиваться? Лучше пусть сами разбираются. Хюмашах Султан успеет принять меры. Нужно вмешаться, пока еще есть время. Халима Султан произнесла такие странные слова. Она говорила с Хасаном Пашой. Он знает что-то, что навредит Хюмашах Султан и заставит ее повиноваться. Но вот правда ли это? Я знаю Хасана Пашу со времен моей ссылки в Египет, госпожа. Он сказал правду. Если вы знакомы, тогда поговори с ним и все узнай. Посмотрим, что у Хюмашах Султан за грехи. Как прикажете, госпожа. Да. Что такое, Хаджага? Ты что-то узнал?
Налоги из Египта поступали не полностью. Дело в том, что большие суммы регулярно поступали в распоряжение Софии Султан. Ты постарался, Хаджага. Хюмашах Султан, во дворце больше не останется. Пора и честь знать. Да. Говори, Кесем. Госпожа, вчера вечером у Хасана Паши вы искали не это? К счастью, Хасан Паша аккуратен. Он указал в цифрах, сколько золотых монет вы отправляли Софье Султан. И какие именно подарки вы с ней получили. Так просто вам не отделаться. Так беги, жалуйся! Расскажи повелителю, что узнала. Мне не это нужно. Кесем Султан. Это ведь вы спасли меня, не так ли? Конечно, Паша. Кто же еще? Думаю, теперь у вас все будет в порядке, Хасан Паша. Иншалла, госпожа. Иншалла. Вам ведь нравилось жить здесь? Что заставило вас так неожиданно поменять свое решение? Этот нечестивец вам угрожал? Нет. Мне очень трудно это признать. Неожиданное возвращение во дворец. Спустя столько лет вскружило мне голову. Я поторопилась с решением. Простите меня. Я вернусь в Египет. К супругу. Раз вы этого хотите, поезжайте. Софии Султан теперь нет. Ни Хандан, ни Хюмашах. Ты, любимица падишаха, и вся власть отныне в твоих руках.
Иншалла, ты не забудешь, что я поддержала тебя, Кюсэм? Не забуду, госпожа. Я помню и добрые дела, и то зло, что мне причиняют. Я добьюсь, чтобы вам позволили видеться с Шахзаде Мустафой. Не уверена, что нам стоит доверять Кюсэм Султан, госпожа. Я уже давно никому не доверяю. Я лишь пытаюсь выжить. Это единственное, что мне нужно, чтобы, когда придет время посадить на трон своего сына, выжить. После рождения ребенка мы с Шахзаде поедем во дворец в Эдирне. Проведем лето там. Это замечательно. Я очень хочу туда. Кстати, Хюмашах Султан пожелала вернуться в Египет. Я не стал отговаривать. Видимо, она пожалела мужа. А поскольку она уезжает, отныне управлять моим гаремом будешь ты. Ахмед. Ты сделал меня счастливой. Это большая честь. Кюсэм. Моя душа. Путеводная звезда. Весна моя, солнце, луна. Сколько раз ты спасала нашу династию от бед и напастей? Ты жертвовала собой ради меня и моих детей. Отныне доверяю гарем тебе. Ты можешь занять покои Валиде Султан. Теперь они твои.